Увидеть за цифрами благополучия ребенка. Такую цель поставили в 8 регионах России. Промежуточный результат озвучили в Ульяновске. Исследования охватили больше 200 тысяч детей и их родителей. Ответы собирают сразу в 6 сферах. Среди них образование, материальное благополучие, здоровье. Это позволило нам охватить практически каждого пятого ребенка в Ульяновской области. Беспрецедентное на самом деле, беспрецедентное исследование. Таких в России еще не было. И в этом смысле мы показываем не только ситуацию в Ульяновской области, что очень важно, но и ситуацию на уровне муниципальных образований. Так безопаснее всего живется детям в Новомалыклинском, Старокулаткинском и Базарно-Сызганском районах. В Новоульяновске обратная ситуация. Как дома, так и на улице часть детей чувствует себя некомфортно. Немалую роль играет материальное благосостояние семьи. А по факту, если мы посмотрим, изменение материального положения, оно имеет место быть. То есть вот здесь нужно очень аккуратно будет оперировать в дальнейшем, действительно сравнивать, где она правда, она где-то безусловно будет посередине. И мы прекрасно видим, что уровень достатка у семей с детьми, особенно если детей у нас 3 и более, то он очень-очень серьезно изменяется. По предварительной статистике, 12% детей за последний год подверглись буллингу в школе. Девочки области больше на 10% чаще мальчиков чувствуют себя одинокими. Опираясь на показатели индекса, исполнительная власть сможет формировать социальные услуги в сфере детства, а фонды – планировать программы поддержки. Так, общая цель – улучшить благосостояние ребенка – станет еще на шаг ближе. Александра Никитина, Александр Кудряшов, Управда ТВ.